Сегодня в программе. Вернулась и почувствовала что-то неладно. Во-первых, гель для душа был израсходован, шампунь и бальзама тоже изрядно не хватало. И даже новый бритвенный станок, вот эта мыльная пленка была стерта. Елена Голованова любит свою работу и много времени проводит в командировках. Вернувшись из очередной поездки на день раньше, ей пришлось пережить настоящий шок. Женщина буквально застала мужа с любовницей. Лена не стала выяснять, с кем был в тот момент в спальне ее супруг. Она просто ушла из дому и подала на развод. Жанна, пользуясь своей обворожительностью, затащила его в нашу постель. Но более того, я узнал от Виталика, что у них не просто секс, у них отношения. 15 лет назад юная, но настойчивая абитуриентка Жанна не поступила в институт. Зато она вышла замуж за профессора Аркадия Синицына. За эти годы у супругов родились трое сыновей и дочка. Все было в жизни Жанны, кроме страсти. Именно по этой причине однажды супруг застал ее в объятиях своего студента, после чего немедленно подал на развод. Здравствуйте, прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Головановой Елены Владиславовны к Голованову Виктору Дмитриевичу о расторжении брака. О разделе в равных долях трехкомнатной квартиры площадью 98 квадратных метров стоимостью 9,5 миллионов рублей. Голованов Виктор Дмитриевич, ответчик в данном процессе на развод, не согласен против иска о разделе имущества, не возражает. То есть вы за то, чтобы все-таки имущество поделить, но разводиться не желаете. Хорошо, значит, вы в зарегистрированном браке 8 лет, у вас детей нет. Елена Владиславовна, хотите изложить суду причину развода сначала? Да, Ваша честь, я прошу вас развести меня с мужем, так как он мне изменил. В прошлом месяце я уезжала на конференцию на 3 дня, но вернулась, знаете, как в анекдоте, на день раньше. Захожу в нашу квартиру, а из спальни разные звуки доносятся, ну, мужские ахи-вздохи. Я, Витя, ты дома, он из спальни выскакивает, одеялом прикрывается. Я сразу в спальню, он меня туда не пускает. Ну, я вышла, развернулась, дверью хлопнула и ушла. Он там с балкона что-то еще кричал, но я уже ничего не понимала, не слышала. Ну, сами понимаете, мне просто обидно, больно было. А кто там в спальне-то находился? Ну, я не знаю, но кто-то рядом находился. Вы говорите, мужские ахи-вздохи, то есть там... Ну, наверное, его какая-то любовница, я так думаю. А мужские-то вздохи у нее почему? Ну, он, видно, с ней был мужские и женские ахи-вздохи. А, и женские, да? Конечно. Да? Ну, просто мужские, вы так женские, говорите, ахи-вздохи. Что там мужские ахи-вздохи, и вы не нет, увидели... Нет, мужские и женские. Хорошо, то есть, что там произошло, вы не знаете. Я... Вы предполагаете, что там была женщина, но вы ее не видели? Я ее не видела, но вы знаете, эти подозрения в измене, это уже не впервые. Полгода назад я тоже заметила. Я уезжала в Петербург осенью на семинар по проблемам моих научных интересов. Вернулась и почувствовала что-то неладное. Во-первых, гель для душа был израсходован, шампунь и бальзама тоже изрядно не хватало. И даже новый бритвенный станок, вот эта мыльная пленка была стерта. И волосок между лезвиями, знаете, ну какой-то немой застрял. Но я начала обыскивать квартиру уже досконально. Вещи в комоде были переложены, две мои футболки застираны, но не поглажены. Постельное белье поменено и постирано. След от помады на спинке кровати, вот я тоже нашла. На диване и за шкафом были светлые волосы, но... Даже, нет, не светлые, такие рыжеватые, но, знаете, ну, как бы явно не мои. Да подожди, дай мне сказать. И я сразу, конечно, к нему бросилась. Ну, что за дела? Ну, как бы слишком много же следов я нашла. А он, знаете, прямо оскорбился. Нет, как ты можешь такое подумать? Да я тебя люблю и все такое. А футболки что стирал ваши? Ну, я не знаю, может, там кто-то к нему приходил, и он поэтому там, может, следы хотел замести, я уж не знаю. Давал им носить, давал носить своим друзьям ваши футболки? Ну, я думаю, что да, наверное, кто-то к нему приходил, хорошо. Он давал мои футболки. А шампунь друзья выпили? Да, вот именно, женский шампунь, ну, причем. Женский шампунь его друзья не пьют. И гель для душа тоже женский. Ну, что, ответчик, в принципе, у вашей супруги достаточно оснований вас, по крайней мере, подозревать. Ну, Ваша честь, я не пытаюсь отмыться. То есть, да, факт имел место быть. Вот, видите, признает. Я просто к тому, что, Леночка, ты... Ну, мы же взрослые люди. Жизнь не только из черно-белого состоит. Ну, вот именно взрослые люди. Мы с тобой 9 лет вместе. 8 из них женаты. Я сколько раз пытался тебя
попросить простить меня. Я уже не знаю, что и делать. Просто мы с тобой собирались сделать отличную семью. У нас позади выплата нашей ипотеки. То есть у нас теперь есть дом. У нас есть семья. Мы готовы, можем заняться тем, чем мы хотели. Мы хотели сделать дочку. Почему нет, ты где-то находишься не будет никаких... постоянно? Где-то какие-то в Питере у тебя какие-то заморочки. У тебя есть проблемы каких-то там научных. То есть это я виновата, да? Ты у нас такой святой, прям белый и пушистый. Ваша я честь. Не ну почему пытаюсь. Он на меня так Подождите, меняет? Виктор Дмитриевич, то есть вы научную работу вашей супруги, ее профессию называете питерскими заморочками? Ну, нет, она, я на она ездила, специалист, да, интересно. Какие у вас основания ее упрекать, что она вам изменяет? Нет, она же не... ездит, она занимается своей работой. А вот чем вы занимаетесь да. в ее отсутствии, это вопрос. А ты приводишь я нашу квартиру себе... вообще непонятно кого, ты понимаешь? Мало того, что в квартиру, в нашу спальню. Ну, как можно такое простить? Хорошо, ответчик, скажите, пожалуйста, ну вот, допустим, вы хотите поменять что-то в вашей жизни. Вы готовы какие-то... на какие-то пойти компромиссы с супругой. Есть у вас, кто поддержит вашу позицию? Мария Самойлова, моя одноклассница, это та женщина, которая была в тот момент, когда нас Леночка застукала, так сказать. Ты еще и сюда ее позвал, да? Да, она здесь, пожалуйста, выслушаю ее просто. Хорошо, без сарказма. То есть лучше свидетеля, поддерживающего вашу mm-hmm. позицию, чем ваша бывшая любовница, вы найти не смогли. Хорошо, mm-hmm. выслушаем госпожу Самойлову. Свидетель Самойлова? Да, это я. Пройдемте. Ты все время играешь. Проходите. Это ты играешь. Просто, ну действительно. Ну и что? Что нас Здравствуйте. Скажет? Здравствуйте. Вы Самойлова Мария Игоревна. Да, это я. Мария Игоревна, ну, вас пригласил ответчик, чтобы вы поддержали его идею о сохранении брака. Я думаю, что это не совсем удачный вариант, но, тем не менее, это его право. Что вы можете сообщить суду? Вы знаете, мне очень неловко. Мне... прям вот совсем не по себе. Я понимаю, что я очень много всем проблем доставила. И я понимаю, что я во всем виновата, Лена, я во всем виновата. Так, ну что, вас замучило чувство вины, что вы разрушили семью, и вы пришли сюда как бы покаяться. Надо было да? раньше да. думать. Просто дело в том, понимаете, все навалилось. И смерть родителей, и переезд, и смена работы. Мне очень тяжело, мне даже душу некому излить. Так. Я понимаю, что я дура, да, дура. Потому что Витя написала. Я очень глупая, Хорошо, я очень а раскаиваюсь. Вы с Витей ранее были знакомы. Расскажите, пожалуйста, о ваших отношениях, чтобы мне было понятно. Когда у вас завязались эти отношения? Да, ваша честь. То, что вы чувствуете себя виноватой, это я поняла. И он себя чувствует виноватым. Я был просто, как обычно, один дома. Ну и... Воспользовался моментом, да? Отлично. Леночка, подожди. И мне написали в соцсети... Привет, Витя, я не знаю, что это такое, а потом посмотрела, это Мария Самойлова, это та самая моя первая любовь, я тебе про нее рассказывал, у меня нет, от тебя нет секретов никаких. Просто да вы понимаете? Сложилась ситуация, Маша. Ну я много читала разных историй, что встречаются одноклассники, и потом это во что-то выливается, в какие-то серьезные отношения, я тоже вот подумала. И в неприятности это выливается. Да, ты не подумала, что у него жена как бы есть? Ну, вы знаете, у меня, между прочим, тоже одна бывшая моего мужа увела у меня его. Не посмотрела даже на то, что у нас дети. А у вас вообще с Витей детей даже нет. Ну, и теперь и не будет благодаря тебе. А если хочешь, забирай его. Забирай, он свободно теперь будет. Вот и строй с ним свою жизнь. Лена, это я сама виновата, понимаешь? Мы встретились с Витей, он мне позвонил, и я поскользнулась, упала в лужу. Мы зашли к вам домой, он предложил мне принять душ. Я зашла в ванну, увидела там твой халат, надела его. Ну, вышла, конечно, к нему, чуть-чуть подраспахнула. А Витя, как настоящий мужчина, повел себя действительно как настоящий мужчина. Я сама его обняла, Ой, да можно же сама поцеловала. Не хочу. Я потом ты вошла, представляешь, он его как током ударило. Он даже на меня смотреть перестал и не проводил. Остался лежать на диване. Ваша честь, я прошу позвать мою подругу. Токареву Веру Александровну, она меня Хорошо, поддержит. Хорошо, пригласите, пожалуйста, Токареву в зал. Я тебе предлагаю Один раз прощу, потом что, всю жизнь прощать? У нас все впереди. Нет. Вы свидетель Токарева? Да, это Пройдемте. Я. Сейчас Вера расскажет у нее. Проходите, становитесь рядышком. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Вера Александровна, да? Да. Вы подруга истца.
Да. Знаете, Ваша честь, когда я сюда шла, я была целиком и полностью на стороне своей подруги. Но вот когда сидела сейчас и ждала своей очереди, я просто поговорила, ну, пообщалась с Машей. И, знаете, я подумала о том, что, наверное... Маша — это свидетель со стороны ответчика, да? Да, совершенно верно. И я поняла, что, наверное, Лене не стоит все-таки так горячиться и рубить с плеча. И я подумала о том, что, наверное, все-таки стоит пытаться помириться с мужем. Это из чего это вдруг? Ты же за меня была, Вер, подожди, что происходит? Ты же хотела меня, ты, наоборот, меня поддерживала всегда. Понимаете, Ваша честь, это просто трезвый взгляд на вещи. Ну, одумалась ваша подруга, что? Развестись-то это просто, а потом найти мужа. Ну да, а знаете... кого потом найдешь? Такого же, который также будет к Маше какой-нибудь ходить. Стоит ли менять шило на мыло? Вот подумала, наверное, ваша подруга. Нет, ну если это было бы тебе один раз, ты же знаешь, что в прошлый раз я отсутствовала, так там столько следов пришла женщина была. Ну, что понимаешь, ведь, просто. Знаешь, как говорят, разрушать не строить. Просто эта Маша несчастная женщина. Она мне тут такого рассказала. У нее столько всего произошло в жизни. И развод родителей. В смысле, развод ее, смерть родителей. Очень много всего произошло. Ну, то есть мы все должны своих мужей направить на то, чтобы пожалеть Машу. Да, а при чем тут мой муж? Я вот не могу Виктор понять. Просто очень добрый, вы знаете, он всех готов поддержать. Я сама ему... Нет, ну ты же знаешь, я сама ему сколько раз жаловалась на жизнь. Он как-то приобнимет, найдет слова и легче становится. Я просто сидела, знаете, вспоминала, как я своего мужа выгнала. А он у меня в ногах валялся. Он у меня в ногах валялся и просил простить. А я не послушала. Еще потом ему назло с другими гуляла. А он что потом сделал? Женился на начальнице. И сейчас у них все прекрасно. Ребенок родился. А я локти кусаю. Подожди, ты жалеешь, что Ярика выгнала? Да не то, не то слово, как жалею. Я, если бы ты знала, сколько я в подушку ревела и себя проклинала, да что уж теперь. Нет, ты не подумай, Лен, я тебя прекрасно понимаю, как женщина и как подруга. Но если хочешь дружеский совет, прости да забудь, один раз не считается. Потому что они-то себе всегда найдут. А нам потом ничего, кроме гордости, это никому не нужное одиночество, не светит. Вот что я считаю, ваша честь. Елена Владиславовна, ну смотрите, вот случилось один раз. Ну вот случилось, оступился человек, не понял свои чувства в этом. Этот момент. Ну, это же было один раз-то все-таки. Ваша можно честь, простить. Ну, я же вам говорила, что не один раз. Вот ну, я осенью уезжала, я же столько улик нашла. Ну, какие улики? Ну, след от помады, там, волос не мой. Ну, я же знаю свои волосы. Цвет совершенно не мой. Леночка, это опять рубашки постиранные. И ваша честь, ну, какая не в растении, если действительно след от помады, были. Шампуни, футболки какие-то стираны. Я вот как раз источник этих самых улик хотел вас сейчас пригласить, сестру твою, Юлию Ростовцеву. Она сейчас сегодня объяснит. Да, будь хорошо. Добры. У нас пришла Ростовцева, пусть проходит в зал. Просто, подожди, сестра просто моя послушай, причем? Она тебе сейчас все попытается объяснить. Просто, ладно. Просто послушай. Вы свидетель Ростовцева? Да. Пройдемте. Как ты могла так? Ну ты не горячись, правда. Проходите. Просто успокойся, надо успокоиться. Здравствуйте, Юлия Владиславовна. Да. Вы, как я понимаю, сестра истца, но мы хотим сейчас сразу вам задать вопрос. Вот так случилось, что ваша сестра нашла дома какие-то следы пребывания других женщин, которые выражались в постиранных футболках, в следах помады, что там вы еще, волосы за кроватью нашли. Ну, то есть вещи какие-то переложены. Вещи поглажены. Ваша честь, я сейчас объясню, почему Лена считает, что ее муж ей изменяет. Дело в том, что Виктор мне рассказывал, что еще полгода назад Лена нашла доказательства его, его неверности, да? Но только, Леночка, я хочу тебе сразу сказать, что ты ошиблась. Виктор идеальный мужчина, и если бы ты тогда делилась своими переживаниями со мной, я бы тебе все рассказала. Да ты-то при чем? Ты что могла рассказать мне? А при том, что когда, Ваша честь, когда она в прошлый раз ездила на командировку, я поругалась со своим парнем в очередной раз. Вот. Он выставил мои вещи за дверь и сказал, типа, вали отсюда. Вот. Я как бы психанула, хотела поехать на дачу, но так как там был ее муж и наш отец, мне не хотелось оправдываться, и я решила поехать к ним домой. Вот. Ну, ключик у меня, соответственно, конечно же, ваш есть. Ты меня хотя бы предупредила бы, чтобы я в курсе была. Ну, а ты же знала, что у меня есть ваш ключ. Иногда я туда езжу, да, по необходимости. Я решила свое горе залить, позвонила подруге, вот, она решила приехать ко мне, мы не с ней... Не ко мне, а, получается, в квартиру к вашей мою сестре. Квартиру. Ну, в смысле, ко мне, да, но в квартиру, да.
Совершенно верно. Вот, мы с ней выпили, поговорили. Когда ложились спать, я взяла твои футболки себе и своей подруге. Вот, но на утро я все как бы погладила, все убрала. Это вы поменяли постельное белье, вы измылили шампунь. Ну да, это вы пользовались. Я думала, что она ничего не заметит. Кто знал, что ты такая глазастая? Да даже видно было, очевидно. Лена, да открой ты глаза, да нормальный мужик у тебя. Где ты себе такого еще найдешь? Да был бы нормальный, нормальная. Не изменял он бы. Он не пьет, что тебе надо еще? Карьеру строит. Ну подумаешь, мужик ошибся, все они такие. Посмотри на Машку, она какая красавица. Ну, ошибся, с кем не бывает, ничего страшного. Да если я его прощу, наш папа меня просто не простит. Ваша честь, у меня просто с отцом очень такие одинаковые принципы, и я прошу позвать моего отца, Ростовцева Владислава Ивановича. Да, Владислав Иванович уже явился в суд. Пригласите, пожалуйста, Ростовцева. Юля, я даже не знала, что вообще ты будешь защищать его. Я думала, ты тоже будешь на моей стороне. Свидетель Ростовцев, да. Пройдемте. Владислав Иванович, ваша дочь вот расстается с мужем, не желая простить ему какие-то вещи. Скажите, вы придерживаетесь такого же мнения? Лена, она пошла в меня характером. И как бы там ни было, измена – это предательство. Прощать это никак нельзя. Владислав Иванович, давайте подойдем с практической точки зрения. Вот они планировали семью. Они сейчас только выкупили квартиру. Это их все-таки собственность совместная. Ну, неужели из-за такого незначительного, одного какого-то мимолетного эпизода сейчас надо разрушить? Ну, простят они это все. Да, тяжело будет это простить, но со временем. Ну, дело не в квартире. Квартиру можно продать, их, кстати, можно купить две хорошие однушки. Они папа, еще молодые. Я люблю подожди, не с тобой разговаривай. Мой папа разговаривает. Всегда ее любил. Они еще да молодые, найдут все пары для создания семьи. Я тебе скажу, это ты недостоин моей дочери. Все, проваливай, хватит ей мозги компостировать. Да, оставь меня а лучше уезжай в другой город, я тебе так скажу. Да как ты можешь? Ты точно так же поступила с моим мужем, ты же его выжил. Я из-за тебя начала его пилить. Да твой муж был Альфонсом, он у тебя на шее сидел. Да, и что, он психанул, ушел, а теперь он деньги зарабатывает, на сцене выступает, с девками гуляет, а я... Ночами реву в подушку. Да, как дядя, ты дядя, мог? Вы... Да не лезь ты в Ленкину жизнь. Пусть она сама своей судьбой распоряжается. Как-то вы ее не туда ведете. Действительно, мы тут из кожи вон лезем. Мы их помирить вот пытаемся. Ты только рот закрой. Папа, а Вера-то при чем? Почему так с ней грубо-то? А я тебе объясню. Я тебе объясню. Я их застукал на даче, когда отмечали дочкин день рождения. Он мне там клялся, на коленях стоял, землю жрал, что больше этого... Никогда не повторится. Да я ж тебе верила, ты же моя лучшая подруга была. Да как ты вообще могла? Как ты можешь? Я же так тебе доверяла. Вера Александровна, вы подтверждаете это? Да, я подтверждаю. Ну и дальше что? А тебе я хочу сказать, Леночка, что тебе надо было мужу своему больше внимания. Да вообще рот открой, когда вообще на прошлой лестнице от меня обвинять. Ну, вот сидит мужчина дома один, сам себе. И ты сразу пришла к нему. А у тебя работа, работа. Да ты думаешь, он только со мной, что ли? А с кем еще? Давай, говори. Я твоя родная, с ним тоже спит. Что? Ты же бред несешь. Юля. Только такого ему никогда не наступила. Наступила. Ах ты, тварь. Сама отвалилась, и меня решили. Это правда? Юля, девочки, ты же моя сестра, вот девочки, как ты могла? Девочки, успокойся. Юля, стой на место, иди. Ну он сестру, ну... Успокойся. А что, сестра, я прежде всего женщина, я хочу жить нормальной человеческой жизнью. Дура я была, что турнула своего мужа. Хоть поганький был, но свой. Мы тогда с Веркой порубили с плеча, теперь вдвоем сидим, свое женское счастье воровством получаем. Я у сестры урываю, у самого родного человека. И если ты, Елена, разведешься, тоже будешь воровать у других женщин. Вот вы целую теорию тут подвели. Да это удел слабых, потакать слабостям. А я эту теорию не принимаю. Ваша честь, я прошу, настаиваю молодец, просто дочь. О разводе. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу я всех такая встать. Такая бедная, несчастная. Далее в программе. Жанна, пользуясь своей обворожительностью, затащила его в нашу постель. Но более того, я узнал от Виталика, что у них не просто секс, у них отношения.
15 лет назад юная, но настойчивая абитуриентка Жанна не поступила в институт. Зато она вышла замуж за профессора Аркадия Синицына. За эти годы у супругов родились трое сыновей и дочка. Все было в жизни Жанны, кроме страсти. Именно по этой причине однажды супруг застал ее в объятиях своего студента, после чего немедленно подал на развод. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Иск о расторжении брака и о разделе супружеского имущества удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Произвести раздел супружеского имущества. Признать за каждым из супругов право собственности на 1/2 доли квартиры. Решение суда вам понятно? Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Синицына Аркадия Станиславовича к Синицыной Жанне Игоревне о расторжении брака и об определении места жительства 4 несовершеннолетних детей с отцом. Синицына Жанна Игоревна с исковыми требованиями не согласна, предъявляет встречный иск об определении места жительства детей с матерью и о взыскании алиментов на воспитание детей в размере 50% от доходов истца. В зарегистрированном браке 15 лет, общие дети Лада 14 лет, Ратибор 12 лет, Ярополк 10 лет и Святослав 9 лет. Как же вы красиво детей-то назвали, такие прям русские имена, такая редкость. И так как у нас вопрос о детях стоит, поэтому дело слушается с участием представителя органов опеки и попечительства Елены Викторовны Соловьева, опытный специалист, поэтому ваш вопрос будет рассмотрен очень внимательно. Спасибо. Хорошо, Аркадий Станиславович, да. Такие замечательные имена детям дали, семья наверняка у вас правильных традиций, и почему же вы решили расторгать брак? Ну, ваша честь, дело в том, что мне жена изменила. Но это не основная причина. Второй причиной является то, что за 15 лет нашей совместной жизни она не стала мне ближе духовно и интеллектуально. Дело в том, что жена когда-то... Ну, я профессор истории. Преподаю, соответственно, в университете. И жена поступала туда на ИСТФАК. Она приехала из Тамбова, провалилась на экзаменах, стала караулить меня у выхода. Провожала до дому, просила помочь ей с подготовкой к экзаменам, рассказывала о своей сложной судьбе, бедности. В конечном итоге напросилась ко мне на работу домработницей. Вот, я согласился с ней. Ну, понимаете, 15 лет назад я был помоложе. И, в общем-то, Жанна, яркая, молодая провинциалка. Я соблазнился, и Жанна забеременела. Я, как порядочный мужчина, женился. В результате она стала хозяйкой в моем доме, женой и матерью 4 наших детей. Ну, значит, вы не просто она забеременела, вы женились, а вы все-таки нашли в ней какие-то положительные качества и сочли ее столь достойной, что продолжали рожать с ней детей и жить. Наверняка у вас был выбор, и вы могли бы другую женщину избрать, но вы остановили свой выбор на ней. Ну, вы где-то правы, ну, но... хорошее что-то было, значит. Было, так. Конечно, было. Молодость была, красота, огонь, голову вскружила. Но я, в принципе... все эти годы больше уважал ее как супругу и как мать своих детей. А, в общем-то, особо ее не любил. Да как ты можешь? Жанна, помолчи. Да вы, кроме истории, может, вообще никого особо и не любили. Но женой она была хорошей, раз 15 лет вы с ней прожили. Конечно, ваша честь. Хорошо, скажите, пожалуйста, мне. А вот вы назвали фактор супружеской измены. Да. У вас доказательства какие-то есть? Или это ваши домыслы, просто ревность? Конечно, ваша честь. Вы понимаете, все произошло как в пошлой комедии. У меня в институте отменили лекцию. Я явился домой пораньше, чем анонсировал и застал Жанну в постели с другим мужчиной. Причем с кем? С Виталиком. Это студент, которого я готовлю к аспирантуре и к сдаче
диплома. И вот Виталик, в принципе, периодически приходя ко мне на лекции и приходя ко мне домой на консультации, оказался в такой ситуации, что меня нет, он в моем кабинете. Жанна, пользуясь своей обворожительностью, затащила его в нашу постель. Но более того, я узнал от Виталика, что у них не просто секс, у них отношения. Ну, собственно говоря, мой возраст, его возраст, понятно, я не хочу мешать молодым. Пусть живут, только оставят меня в покое, разведемся, я заберу детей. Вот, они уж строят свою жизнь, как хотят. Ну вот, как я понимаю, все-таки, что вы хотите, чтобы вот общие дети после развода остались с вами, а вот сын Жанны, Юрий, он ушел вместе с ней, это правильно, да? Да, я выдвигаю иск об определении места жительства моих детей со мной, а Юра, собственно говоря, это ребенок ее до брака, которого она привезла из Тамбова. Ну, я, честно говоря, скрывала, когда она привезла, я немножко удивился ее наглости. Но воспитывал его на равных со своими детьми, также его обеспечивал. То есть, смотрите, у вас, получается, ваши дети, это вот Лада, Ратибор, Ярополк, Святослав и Юрий. Но Юрий, это мой сын. Юра, 17 лет, взрослый парень, от первого самостоятельный. Брака. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а почему вы считаете, что ваша супруга не способна остальных детей воспитывать, и почему детям будет хуже с ней? Дело в том, что для этого у нее нет никаких материальных средств. Это раз. Во-вторых, ее уровень подготовки все-таки за время нашей жизни, которая, в принципе, пролетела моментом, я писал книги, ездил с лекциями по разным странам. Она вела хозяйство, конечно, хорошо, но она за это время не прочла ни одной книги. Да что ты пристал? Не прочла ни одной книги. Да, Жанна, веди себя хорошо. Ну, хорошо, но смотрите, если вы занимаетесь научной деятельностью, если вы активно работаете, тем более научная работа, она ведь особенная, это же не пришел в 6 часов после станка и сразу начал заниматься детьми, а вы же постоянно занимаетесь, вы писать должны. Кто будет заниматься с 4 детишками? Дети-то не взрослые у вас, смотрите. Конечно, одевать, кормить. Ну, 9 лет, 10 лет, это такой возраст сложный, когда надо все время уделять детям. Ваша честь, дело в том, что я... Когда пишу книги и занимаюсь, я занимаюсь это вместе с детьми. И мои дети, собственно говоря, пойдут по моим стопам. И вечерами, когда Жанна получает, так скажем, небольшое свободное время и уставляет свой взгляд... Я вам не верю, что 9-летнему ребенку интересно слушать о истории 11 века. Детям нужна мать. Не верю. 9-летнему ребенку интересно слушать о... первобытно общинном строе, более взрослым, современную историю. Да, но это рассказы для детей, а вы занимаетесь наукой, и вы работаете. И это не мешает мне готовить своих детей хорошо, к взрослой жизни. Хорошо, об этом мы еще вернемся. Давайте выслушаем сейчас вашу супругу. У нее тоже на этот счет есть мнение, и она мать детей. Естественно. Давайте тогда, Жанна Игоревна, как вы считаете, можно ли сохранить ваш брак? И вообще, что явилось-то вот такой вот причиной? Да, Ваша честь, я против. Я против. Я не хочу, чтобы дети оставались с Аркашей. И выдвигаю свой встречный иск. Я хочу, чтобы дети остались со мной. И чтобы Аркаша платил 50% из своих заработков. Да. Я была хорошей женой, отличной, Ваша честь, 15 лет. Я и была и любовницей, я была и домработницей. Я делала все по дому. А ты что? Я работал, я обеспечивал вас. Вы допустили факт супружеской измены. Это ужасно травмирует и разрушает семейные отношения. Ваша честь, Аркаша сам виноват, что я ему изменила. Когда? Чем? Когда? Если тебя спросить, когда последний раз у нас вообще был секс, так ты и не вспомнишь. Ну? А я женщина молодая и горячая. Мне нужна любовь и ласка. Да, он мне давал деньги, но деньги это все? Нет. Мне нужна была ласка, любовь, мне нужно было внимание мужское с твоей стороны. А ты когда дома, то или закрываешься у себя в кабинете, или читаете вы книги с детьми, а я? А я где? На третьем плане у тебя. Но дети-то появились. Дети появились, так я тебя и любила. Правильно.
Где вы сейчас живете? Какие у вас жилищные условия? Ваша честь, я живу у Виталика в комнате в общежитии. Виталик, это, как я понимаю, вот тот мужчина, с которым нас поймал, Аркаша. Значит, у него комната в общежитии. Да, комната в общежитии. Мы живем с моим старшим сыном Юрием. Но я не дура, чтобы оставаться и забирать своих детей туда. Есть ли у вас доход? Дохода у меня нету, я работаю... На что вы живете? Я работаю тем, что убираю чужие квартиры. Вот. Ну так и потому, что я, когда хотела поступать, я рожала для тебя и следила за собой. И получается, что у меня нету высшего образования. Я не окончила, я провалилась. Ну понятно. То есть Боже мой, у вас доход достаточно ограниченный сейчас. Да. Виталик тоже, я понимаю, вас особо не финансирует. Он учится, он заканчивает. Ну тоже студент. Тоже там небольшие деньги. Я хочу, чтобы мои дети воспитывались в нормальной школе. Она сейчас ходит в элитную школу, рядом с домом. Если переехать к Жанне, то этого не получится. Второй момент. Где она будет жить, если все имущество, которое было у меня до брака, я не подаю на раздел? Потому что квартира, дача, машина, имущество, это все было мною, приобретено до брака. На что она будет жить и куда переводить своих детей? Я отказываюсь в корне. Вот раздела ну хорошо, детей. Давайте выслушаем сейчас Елену Викторовну, представителя органов опеки и попечительства, потому что здесь как бы профессиональное мнение есть. И... Ваша честь, ну как водится, как всегда, мы обследовали условия жизни детей здесь. Ну тут даже говорить не о чем. Школа рядом, школа, извините, элитная, хоть сейчас это уже вроде как неудобно. Платится за детей, дети учатся. Дети все очень... дети вот в этой вот элитной да, школе. Да, они все в этой школе учатся. Там специализированная школа, там иностранные языки. Ну, в общем, все очень хорошо. Папа действительно занимается с детьми. Вот, ваша честь, я вот послушала. Детям интересно все. Вот я смотрю своего 5-летнего внука, ему интересно, что было за 1 000 000 лет до нашей эры. А этим детям, которые видели, как папа работает, видели, какие он книги читает, им это интересно. Развитые дети, да? Развитые дети, очень развитые. Мы говорили с Жанной Игоревной, ну куда вы собираетесь забирать детей? Она хорошая мама, никто не спорит. Она их кормит вовремя, одевает, следит, все. Она не может им дать одного единственного. Духовного развития, правильного, понимаете, чтобы они не были вот так вот странно, их речь не резала ухо. И поэтому мы считаем, что дети должны, конечно, остаться с папой. А заработок какой у отца? Достаточный для того, чтобы содержать 4 детей? Да, думаю, что да. А у Жанны Игоревны? Даже говорить не о чем. Теперь, что касается места... Место, я говорю сознательно, не место, где живет сейчас Жанна Игоревна. Она живет в комнатушке, рассчитанной на 2 студентов, в общежитии. Живет он там неофициально, там еще живет один молодой человек, студент. Вот она сейчас там с Юрой находится. Вы представляете, в каких условиях студенты, вообще говоря, должны учиться, правильно? Ваша что честь. Нужно? Ну как сейчас же? Не перебивать все-таки. Ну, исследовали жилищные условия, объективно. Юра должен тоже чем-то заниматься. Вот обратите внимание, ваша честь. А Юре у нас сколько лет? Просто 17 лет. 17 лет. Да, он тоже несовершеннолетний. Ну, тяжело, конечно. 17-летнему парню в таких условиях тяжело. Представляете, 4 человека в 11-метровой комнатушке, да еще отношения там такие достаточно сложные. Поэтому мы категорически настаиваем, что дети, все дети... Включая Юрия? Вы понимаете, я понимаю, что это воля... Так, ваша честь, я же не дура, чтобы жить со всеми своими детьми в однокомнатной, в общаге. Ваша честь, на все деньги, которые будут, на алимент, который будет платить Аркаша, отец, я хочу снять трехкомнатную квартиру, которая будет комфортабельная, удобная, уютная для моих детей. Ваша честь, не собираюсь оставаться в этой комнате. Ваша честь, Жанна Игоревна, вот когда вы нам... В отдел опеки, подождите, принесете договор аренды жилья, где будет указано, что вы... Вот тогда мы рассмотрим вопрос хорошо, о том, ваша чтобы честь, ваши я прошу, дети жили чтобы с вами. Вышел мой защитник, точнее... Свидетель. Свидетель мой, да, Головачев Виталий. И хорошо, посмотрите, пожалуйста, Головачев ожидает, пригласите тогда его в зал. Вы я должны мать, я хочу, стоять, чтобы мои дети чтобы были дети... со мной. Юра, да, кто пожалуйста. Кто им не дает видеться с отцом? А вы свидетель Головачев? Да, Виталий. Да, пройдемте. Почему Юра не такой, как ваши дети, родные? Проходите. Здравствуйте, вы Головачев Виталий Кириллович. Виталий Кириллович, рядом с ответчиком занимаете место. Вы в качестве свидетеля, но я понимаю, что у вас с ответчиком особые отношения, и вы совместно проживаете сейчас. Это так? Да, так. Ну, расскажите об этом.
Дерзай, дерзай. Аркадий Станиславович. А ты помолчи. Аркадий Станиславович хороший человек, замечательный ученый, но он все время в науке и мало уделял внимания своей жене. Конечно. Ну и вышло так, что у нас завязался роман. И как в анекдоте, в ненужный момент вошел муж и застал нас. Жанну выгнал из дома, дети остались с ним. С Жанной ушел только Юра, самый старший, ему 17 лет. Вот, и сейчас мы живем у меня в общежитии. А вы, Аркадий Станиславович, учились, да? Да, я его студент. Им... До сих пор учится. Да. И вот сейчас мы пока проживаем в общежитии, но В вашем общежитии? Да. И там еще но у меня... это не семейное общежитие, да, а студенческое, конечно, студенческое общежитие. Да, у меня поэтому еще сосед, это не предусмотрено, что вы там студенты проживали со своими возлюбленными. Это да. Это да. Очень временное явление. Вот. И я считаю, что Аркадий Станиславович должен поступить по-мужски. Он должен отдать всех детей Жанне и выплачивать алименты, как полагается, настоящему мужчине. Вот наглец. Да, ваше общежитие детей отдать. Скажите, пожалуйста, а вы детей этих готовы принять? Взять на них ответственность за этих детей на себя? Если вы собираетесь жить с Жанной, то вы понимаете, что дети-то будут с вами жить? Это же не просто деньги. Это еще и ежедневно заниматься с ними, разговаривать, уроки делать. Ну, на играть данный момент, с ними, конечно... проводить с ними выходные, ходить с ними на выставки. Вы планируете этим заниматься? На данный момент, конечно, у меня на это мало времени, поскольку я учусь. Но вообще, я Жанну люблю, и я бы хотел быть с ней вместе. И а содержать-то как? Но с одним условием. Если Аркадий Станиславович будет выплачивать алименты, потому что я только выпущусь, и у меня будет зарплата небольшая. Ну да. О, наглец. На алименты будем жить. Я считаю, это нормально. В нормальной трехкомнатной квартире будем снимать. То есть... Зато они будут с матерью. То есть ты, Виталик, уже раскрыл рот на те алименты, которые я буду платить Жанне, и на ту квартиру, которую она будет снимать? Но вы сами нас учили, что нужно поступать справедливо. Это же ваши дети. У нас же девочка, она уже 14-летняя, да. Значит, ее мнение мы учитываем. Да. Будьте добры, пригласите, пожалуйста, Ладу. Для чего вы это делаете? Это положено. Это делаете. Что поменяете? Вы, вы Лада? Да. Пройдемте. Имеет право высказать свое мнение. Это дела взрослые. Тишина. Дела взрослые, значит, даем ребенку высказаться. Лада, привет. Здравствуйте, Ваша честь. Ну что, такая неприятная ситуация. Вот родители разводятся, а так как ты уже девочка взрослая, поэтому твое мнение учитывается. Скажи, пожалуйста, с кем бы ты хотела остаться? И вообще, вот все, что тебе известно вот про развод родителей, расскажи. Да, доченька, скажи, бабушка. На самом деле, я считаю, что развод родителей – это уже неизбежно, все к тому и шло, потому что очень разные у меня родители, просто совершенно. И я бы очень хотела остаться все же с папой. Я и мои братья тоже, мы с ними об этом разговаривали, потому что для Юры и для мамы у них совершенно... другое восприятие жизни. Юре там компьютерные игры, девочки, пиво. Я просто не могу этого понять. С папой мы занимаемся историей. У нас очень много общего. Путешествия, книги. Он дает нам почитать свои научные работы. Просто вся жизнь у нас построена вокруг этого. И я не представляю, как без этого уехать куда. Ладушка, ну как так можно? Мама у вас плохая, мама у вас необразованная, а папа у вас самый лучший, умный, начитанный. А когда вы сидите, книжки-то читаете, кто кричит? Мам, принеси мне омлетика, мам, принеси нам чайку с лимончиком. Ни одна домработница не будет так работать и пахать за такие тысячи. Я не понимаю, а что он недавно устроил, когда он вас повел на экспертизу всех вместе? Что он исполнил? Поехали на ДНК сдавать анализы на экспертизу. И что вы думаете, все дети оказались Аркашины? Ваша честь, у меня были сомнения к этому. И вы сейчас поймете. Я прошу пригласить свидетеля с моей стороны, Бокова Сергея Борисовича, это наш сосед. А его-то зачем? Для чего ты его зовешь сюда? Жанна, не перебивайте, вы находитесь в суде. И заслушав его, вы поймете, что я не параноик. И водил детей на экспертизу не от своих раздумий, а от конкретных фактов.
Прошу пригласить его, и будет все ясно. Хорошо, ходатайство со стороны истца удовлетворяется, вызывается свидетель Боков. А вы свидетель Боков? Так точно. Пройдемте. Милая девочка. Сейчас узнаешь. Здравствуйте, вы Боков Сергей Борисович. Здравствуйте, Сергей, да, Борисович, как я понимаю, вы знакомы с жизнью семьи Иса и ответчика. Что вы можете сообщить суду? Ну, так точно, Ваша честь. Я хорошо знаю эту семью, и Аркадия, и Жанну, и считаю, что брак абсолютно бесперспективен. Просто дело в том, что мы познакомились, я связан с недвижимостью, я помог им заселиться. Ну, так мы, в общем-то, где-то и подружились. Вот встретил как-то Жанну, потому что, естественно, Аркадий Станиславович преподает, времени у него очень мало, постоянно в разъездах, его нет дома или на лекциях, или везде. А Жанна, вот, я так понимаю, киснет, и прекрасная женщина, мне казалось, и действительно, и предложила сразу, если хотите, так сказать, могу вас убрать, все. А как узнала, что я несу исторический фильм, сразу сказал, вы еще историей увлекаетесь? Вот так мы и подружились. А у меня, вы знаете, Ваша честь, супруга-инвалид, и детей мы иметь с ней, конечно, не можем. Ну и честно я вам скажу, я так ей проникся, и мы действительно с Жанной полюбили друг друга. И я часто бывал, пока Аркадия не было дома, и она у меня потом, особенно когда Татьяна увезла, везли в больницу, и всегда ее убирала. И мы с ней действительно это давно 15 было лет спали. Да? Да и более того, что мы действительно были близкими с ней, как мне казалось, людьми, она мне говорила, что и дети все мои, что Аркадий-то, оказывается, и бесплоден, очевидно. И я действительно поверил. И самое главное, что я и с юристами потом консультировался, потому что я и материально мог помочь, я и деньги вкладывал, и даже и помогал им, так сказать, и на учебу, и куда-то вывести. Вот. А потом самое главное, что когда Татьяна, к сожалению, царство ей небесное, умерла, я рассчитывал, что они ко мне переедут, и я ходил к юристу, я советовался, выяснял, действительно, мои ли дети. Сергей Борисович, скажите, вот. А вы верили, что дети ваши? Ну, в принципе, да. Вот. Что ты врешь? Ваша честь, вранье это все. Я не спала с ним, и никаких денег я у тебя не брала. Но это неправда. Это все поклеп, это неправда. Это все неправда, Ваша честь, прошу прощения. Сергей Борисович даже к нам обращался в отдел опеки, но это уже вот перед экспертизой, чтобы выяснить, а каким образом он докажет, что это его дети, и заберет их себе юридически. Было такое. Елена Викторовна, меня в этом во всем смущает только одно. Если такие экспертизы проводятся, если такие исследования необходимы для родителей, дети об этом не должны знать. Аркаша, хватит наводить на меня поклеп. Давай договоримся по-взрослому. Забирай себе Ладушку, а я забираю себе Ратиборку и Святослава. Нет. Я на одну Ладушку не согласен. Что значит нет? Значит, такой вариант. Я забираю всех Святослава, Ратибора, Ладу. Ты оставляешь себе Ярика. Других вариантов быть не может. Я на такое не согласна. Так как мне это достало? Точно, как котят. Аркадий Станиславович, либо вы соглашаетесь на иск Жанны, либо я рассказываю о нашем договоре. Что рассказываешь? И что же ты расскажешь? Ваша честь. Я стал спать с Жанной по просьбе Аркадия Станиславовича. Что? Ну ты даешь. Папа, как это возможно? Дело в том, Жоан, а еще и что Аркадий Станиславович спит с моей однокурсницей. Обалдеть. Ах ты козел старый. Как же так-то? Поясните, пожалуйста, поподробней. Поподробнее. У Аркадия Станиславовича есть любовница, студентка. И чтобы на кафедре не вызвало никаких подозрений, что он расстается с семьей, чтобы не упасть в глазах коллег, он попросил меня начать ухаживать за Жанной. Взамен он обещал мне помочь написать диплом и помочь поступить в аспирантуру. Ну, я, естественно, согласился, потому что аспирантура, отсрочка, военный билет. Поэтому... То есть ему, вы считаете, нужен был наглядный какой-то повод конкретный, чтобы разойтись? Ну, да. Так ты что, и то, что не он по тогда любви? Вошел, это все было запланировано, время оговорено, и то, что он вас застал, это все было по договоренности.
Так ты все равно был со мной не по любви, даже не по симпатии, по любви. А за свой диплом. Да по любви. Да как ты смеешь? Да тише, ты диплом предатель, Жанна Игоревна, ты мне предал, понимаешь, нет? Между нами все кончено. Да пожалуйста, а ты тоже шашни крутил у меня за спиной с малолетней студенткой со своей. Господи, это невозможно. Ваша честь, это выдумки. Это выдумки Виталия. Сереж, давай, может, мы переедем со своими детьми к тебе? Какой переедем? Я тебе верить уже не могу. Я это докажу, что дети твои. Я все-таки поменяла экспертизу. Все, они были твои, дети твои. Что значит мои дети? Если надо, я докажу это все. Дети твои. Никакие это не мои дети. Никакие это не мои дети. Бедные дети. Как мне это надоело? Разведите ее, ваша честь. Как мне это надоело? Мое последнее слово. Ты забираешь Ратибора. Остальные дети, ну и Юрика своего. Остаются со мной. Я тебе выплачиваю алименты. Ну, 25 тысяч. Я думаю, это тебе достаточно. Ты что, с ума сошел? 25 тысяч? Какие 25? 50 тысяч? Что на 25 тысяч? Как прокормишь? Я эти деньги плачу не тебе, а сыну. Не прокормишь меня. Мое последнее слово. 35 тысяч. Это хватит. Аукцион. Хватит на сына. А ты... Вот, пожалуйста, у тебя есть вот Виталик. Ты жмот, вот нет, ты вот жмот. Ты с ним и решай все остальные вопросы. Матяра, на своих же детей. Ладно, режешь меня без ножа. Ладно, ладно, я согласна. Ты мне не оставляешь выбора. Хорошо. Ваша честь. Хорошо, я согласна, 35 тысяч. Ваша честь. Органы опеки и попечительства. Да. Да. Мы против того, чтобы они делили таким образом детей. Даже то, что Юра уходит, он несовершеннолетний, но... Так делить детей, это вообще кощунственно. Вы торгуетесь, как на аукционе. Мы будем против, потому что ребенка брать в общежитие, где 1 метр на человек приходится и народ вокруг. Мы будем снимать. Нельзя. Мы будем снимать на алименты. А школа? Вот когда я вам повторяю. Суд удаляется для вынесения решения. Я вам повторяю. Прошу всех встать. Прошу садиться. Оглашается решение суда. Иск о расторжении брака удовлетворить, брак между супругами расторгнуть, определить место жительства 14-летней дочери Лады, 10-летнего Ярополка, 9-летнего Святослава по месту жительства отца, определить место жительства 12-летнего Ратибора по месту жительства матери. Взыскать с отца в пользу матери на содержание 12-летнего сына алименты в твердой денежной сумме, равной трехкратному размеру прожиточного минимума, установленного для ребенка до совершеннолетия сына. Суд определил место жительства 14-летней дочери 10-летнего и 9-летнего сыновей по месту жительства отца, а 12-летнего сына по месту жительства матери, потому что по этому вопросу родители достигли соглашения. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Да, не ожидала я тебя.